Лу Сяоин, студентка из Китая, защитила диссертацию в России. Она прошла полный курс обучения в Южно-Уральском государственном университете, после чего поступила в магистратуру. Диссертацию защищала на русском языке. Тема «Новое политическое мышление и нормализация советско-китайских отношений с 1980 до 1991 года». По словам самой выпускницы, она тщательно изучала советско- и российско-китайские дипломатические отношения. Я думаю, это было хорошее время между Китаем и СССР. Мне такая тема очень интересна. Кроме того, я хочу больше узнать об истории дипломатических отношений между Китаем и Россией. Лу Сяоин призналась, что с удовольствием изучает русский язык. На это ее вдохновили однокурсники. А вот писать по-русски ей пока тяжело. У себя на родине Лу занимает должность преподавателя в Пекинском торгово-экономическом институте. Девушка не теряет оптимистического настроя и уверяет, что у нее все получится. Илья Залевский, Виктор Сухотин. Специально для тележурнала «Соотечественники».